12 февраля Green Center, Орловский экономический форум, социальное и экономическое развитие России. В работе форума примут участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Орловской области Вадим Потомский, ведущие политики, экономисты и финансисты страны. В рамках пленарного заседания и круглых столов форума будет обсуждаться экономическая модель развития России и социальных институтов страны. 12 февраля. Green Center.